Семья Петровых из Красноармейского района уже и не помнит, кто основал их династию. Но то, что все родственники работали на селе, знают точно. Отец нынешнего семейства Валерий Петров, его жена и дети продолжают традицию и трудятся уже на своем предприятии. Общий трудовой стаж династии фермеров Петровых даже невозможно посчитать. По мнению Валерия Ивановича, их отцы, деды и прадеды всегда занимались земледелием. Вся моя сознательная жизненная деятельность прошла в сельском хозяйстве, на селе. Я всегда любил жить на селе. Сегодня условия хорошие жить на селе. Все хватает. И трудиться тоже есть большие возможности работать. Свою ферму Валерий Иванович вместе с супругой Тамарой Георгиевной поднимал с нуля. 10 лет назад выкупили разорившийся колхоз и принялись за работу. Площадь несколько гектаров ежегодно возделывается, а стадо увеличилось до 500 коров. Следят за хозяйством 30 работников. У каждого своя задача. Я здесь работаю телятницей. Работа мне очень нравится. На данный момент у нас поголовье 70 телят пока. Работаем мы вдвоем с Наташей. Работаю я здесь уже 7-й год. Ферма Петровых – одна из лидеров по качеству молока в республике. Предприятие наполовину автоматизировано, а работники следят за тем, чтобы коровы были сыты, вовремя подоены, а в помещении было чисто и тепло. Вовлечены в сельское хозяйство и дети. Как признается Валерий Иванович, именно преемственность поколений и сохранение традиций – залог успеха любого дела и особенно семейного бизнеса. Екатерина Куприна, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика.